снял шлем, и сегодня я вас беру. Через твои дипломы, когда я знаю, что я был известно, нас отправили проведать какую-то подстанцию заброшенную, видимо, так как оттуда уже около недели не было ничего слышно. Так, ну и погнали. Нам сказали еще беречь себя. Ну ладно. Громко-то. Что так громко? Заперто. Как мы видим, уже там нас ждет сюрприз. И что-то мышка очень сильно дергается. Чувствительность очень высокая. Ну ладно. Можем бегать. Ой, блядь. Да, бегать нам тут не помешает. Ладно. Эй. Пошлите-ка направо сначала сходим. Фонарик у нас нету. Нужна ключ-карта. Будем искать. Ни фонарика, ничего. Прыгать можно. Ну, хоть что-то. Жутко. Но пока ничего сверхъестественного не произошло. Отлично. Сюда не впихивается, да? Ладно, идем теперь в ту дверь. Вот это... Ничего страшного. Просто сквозняк. Сами видели, какая вьюга на улице. Тихо. Ладно, бежим, 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 бежим. Не отвлекаемся. Блять. Господи. Бежим, бежим, бежим туда. Скорее, скорее, скорее. Пипец. Пипец. Что происходит? Пипец. Что здесь произошло? Что-то мы подобрали? Наверное, по звуку было слышно, да. Бежим дальше. Тут, по-моему, ничего нету. Туда я не пойду. Во тьму. Ой.
ползает наверху. Куда нам идти? Возможно, мы взяли очередную ключ-карту, которую надо, блять, проключила. Оказалось, там кто-то стоит. Но там никого нету. Не отвечает. Нет, мы ничего не взяли. Окей, идем обратно. Где-то что-то мы упустили. Будем искать. Что нам еще-то остается? Вариантов, как говорится, у нас немного. Если они вообще есть. Да ладно. А где нам что искать-то здесь, господи? Там же везде темень. Ну тут мы, по-моему, все же, мне кажется, что. Взяли, не знаю. Что наш герой ходит как цапля, наш голова начинает кружиться. Да и здесь. Да, все понятно. Тихо. Ничего страшного не произошло. Бежим, 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 не оглядываемся. А труп уже здесь.
Похимили. Нам опять туда придется возвращаться и бежать через тот длинный коридор. Скримерами. Блять. Да давай. Тихо, 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 тихо. Спасибо за просмотр. Всем спасибо, все свободны, как говорится. Ай, ну, делайте выводы сами. Маленькая такая игра. Ай, минут на 10. Потрепать нервишек себе можно. Но ничего страшного. Ждем неделю. Начинаем проходить Outlast. Надеюсь, моих оправданий. Мои оправдания он. Забыл слово, но ладно, не суть, короче, надеюсь, будет Outlast охуенным. Ждем, надеемся и верим. Всем спасибо, с вами был Женек. До встречи в следующих прохождениях. Всем пока.